Desert Eagle. 10 рублей в день. Ёжки, как, сука. Так, оказались мы выброшены на какой-то остров. Вот персонаж лежит мне, это напоминает какую-то игру. От второго лица. 2D, если чё, игра. Мышью управляется, 2D игра. Оказались выброшены на какой-то остров. Очень напоминает какую-то игру. В какой-то также начиналась. Я вот не вспомню, какая-то игра также начиналась. Клинок тут какой-то, видите, сразу в руку подобрал. Кто-то сидит. Бастарды. Разбомбили наш корабль. Я и ты. Мы оба выжили с тобой. Так, ха-ха-ха-ха. Я еле смог дышать под водой. Я оглядывался вокруг. Короче, надо оглядеться вокруг. Я понял. Ни хрена себе тут зомби, блядь. Viper Strike. Is it possible to murder someone who's already dead? Заклинание я какое-то выучил. Меню. Click here to open the inventory. Inventory. Так, Viper Strike. Viper. Hit the enemy один к самому the. А, это модификация для оружия. Видите, тут это модификатор для оружия. Прям... Видите, это онлайн игра, то есть тут люди переписываются вот справа в чате, точнее слева. Но я пока ни одного человека тут не видел. Это, наверное, какая-то закрытая локация для новичков. Я понял все. Ну ладно, что ж, побежали вперед. Вот 2D, конечно, я, мне кажется, не очень. Я, мне вот World of Warcraft нравится. Вот такие 3D, то есть... Вот 2D я как-то не любитель такого говнеца, если честно. Интересно, я смогу всех перебить, потому что их тут... Видите, усиленные атаки. Только у меня на это мана тратится. Вот на усиленные атаки. Промахи иногда идут. Непонятно, тут поляки что ли играют какие-то. Опа, на сундук. Броня? Или что? А, я могу либо с луком ходить, либо с клинком. Ну окей, попробую с луком. С луком оно вроде как лучше должно быть. К тому же, если я стрелы тратить не буду, то вообще нормально. Ну да, тут походу стрелы... Ой, неудобно. Кстати, стрелы во врагах застреют. Ну да, лук вроде больше клинка дамажит. Так. Ну да, так-то нормально вообще. Мана восстанавливается, вот ХП у меня мало. То есть в этой игре, по сути, выбора класса нет. То есть ты сам решаешь. Вот я теперь могу взять клинок и щит. Да, но я вот не уверен. Клинок и щит, ну... Не знаю. Да, у лука больше урон. Блять, неудобное управление. Ну да, попробую пока с луком походить, окей. Да, лук вроде поэффективнее, чем в ближнем бою подходить там. Уровень, я так понимаю, у меня первый. Что-то тут уровень над врагами не написан, я не понимаю. Так, что-то выпало. Херня какая-то, не знаю. Так, ладно. В оконном режиме, кстати сказать, игра запустилась почему-то. Опа-на. Вот такая карта тут есть.
Интересно, у меня есть квесты какие-нибудь? Квестов, я так понимаю... Акт первый. Ну да, тут есть... Вот какой-то вопросительный знак, только я... Я не понимаю, куда вот... Именно мне бежать. Ладно, судя по карте, мне надо бежать сюда, только я совсем не уверен. Точнее, не совсем уверен. Пиздец, что там мне дома будет. Так, можно хилку попить. Угу. Какое-то разрушенное укрепление какое-то. Судя по мини-карте, тут... Ух ты, ни хрена себе. Ебать, так это ж босс. У меня квест появился, убейте хилока. Видите, что мне нравится? В нем стрелы застреют мои. Он еще и хилится, тварь. Но это ладно. Да, стрелы в нем мои застреют, но... Видите, как заебись луком бегать? То есть враг даже не подходит ко мне. Заебись. Enter town for your reward. Зайдите в город для получения награды. И вы получили skill point. Поднять уровень можно. Давай. Блин, большое дерево навыков. Не в каждой игре такое есть. Чем-то на Skyrim, что ли, похоже. Пиздец, смотрите, ебать, оно огромное. Ладно, пока я только два пункта могу выбрать. Увеличить физдамаг или энергетический щит прокачать. Не, нахрена мне дамаг нужен. Все, да? Так. Подтвердить. Да, тут, конечно, знание английского чуть-чуть нужно. Enemy at the gate. You have killed... Вы убили хилока, зомби, который атаковал город. Войдите в ворота. А, видите, тут где-то рядом город. Оружие хилока подобрал, но оно не подходит для меня. Ну да, теперь нужно войти в город, подобрать награду за то, что я сделал. Ну да, тут особо никуда не победа. Вот тут город. Хорошо. В оконном режиме, то есть я не знаю, как запишется. Ну, должно зафраптиться нормально, я надеюсь. Чё лагать начало? Трупы лежат. Ну да, такая мрачная игра. Вот тут какой-то NPC есть, но с ним нельзя взаимодействовать. И, кстати, это нереальный игрок. Реальных игроков я еще не видел. Письма какие-то. Короче, история города тут идет. Ну давайте зайдем в город. Смотрите, вот от настоящий игрок 58 уровня. Ни хрена себе. Ни хрена себе. Нормально, да, 58-го? Да, вот настоящие игроки бегают 6-го тут. Ну, конечно, посильнее меня. Так, надо сейчас пойти награду получить за этот квест, который я выполнил. И вот тут, кстати, квест какой-то. Персонажи, кстати, озвучены тут. Профессии тут можно качать, но я пока, я так понимаю, не могу. Доска с заданиями, как в Ведьмаке. Черт. Черт. Акт первый. Тут, я так понимаю, групповые задания какие-то. Ну что ж, ладно. Еще тут квест есть, то ли что-то. А, он, походу, амуницию продает. Давайте я... А ну-ка, я могу его продавать? А, это я награду должен выбрать. Это наоборот, это не продавец, это я награду должен выбрать. Так. И заморозка для врага. Ловушка. Не думаю, что ловушка мне нужна. Магия какая-то. Ну давай вот заморозку мне. Отлично.
Все, квест выполнен. Так, квест комплит. Все, квест выполнен. Я так понимаю, мне теперь самому бегать, квесты искать. Вот, я в лук поставил камень. Интересно, а можно из лука достать? Да, можно доставать камень. Ну пусть он в луке будет, окей. Окей, окей. Хилки у меня сами восстанавливаются, вот я не совсем понимаю. Тут с двумя мечами персонаж бегает. Let me tell your future. I traveled here. Непонятно, вот, да, квесты тут предлагают. Персонажи все озвучены. Рассказывают, короче, какие-то чудные истории. Несса. А вот тут, кстати, приближать можно. Айсоу, я видела, что ты убил Хилока. Твое убийство — это причина, по которой ты тут. А я Несса. Новый квест. Поговорить. О, во-во-во, вот я могу покупать и продавать. А ну-ка давай. Полуголая девка какая-то, ну ладно. Давай вот эта дубинка мне. А, она мне предлагает товары. То есть, видите, тут походу денег в этой игре нету. То есть тут бартер. Тут предлагают, вот я продаю, да, мне предлагают какие-то артефакты за это. Ну так себе прорисовка. Ну а что вы хотели, двухмерная игра все-таки. Но вообще не так плохо прорисовано, то есть можно разглядеть. Это остров надежды. Бла-бла-бла. Какие-то руины тут. Осмотри местность. Тут есть доктор на корабле. Короче, у меня квест. Пропутешествуйте на Tidal Island, то есть на какой-то остров мне надо пропутешествовать. Ну да, не... Ну да, не то чтобы тут... Не то чтобы тут хреново прорисовано было, кстати. Так, выходим на побережье. Ну да, тут не так плохо прорисовано, то есть двухмерная игра, но... Двухмерная игра, но прорисована неплохо. Мало игроков тут. The furnace down at the slaughterhouse. Yes, that's what this place smells like. Зомби опять. Опа-на, у меня магия теперь. Я думал, это модификация для лука. Ну а чё, нормально так, по площади дамаг. И маны, кстати, немного жрет. Ну что ж, ну мне не сюда, у меня квест. Пропутешествуйте на остров на какой-то, то есть... Мне, я так понимаю, все-таки в город надо. Bestel has informed you what the ship beached on the Tidal Island contained a medicine. Да, мне надо пойти на тот остров, найти там какой-то корабль, на котором лекарство, я так понял. Кстати, я такую херню обнаружил, оказывается, она тратится. Вот то, что я вот это использую, магия, да? У нее прочность есть. Интересно. А могу я что-то куда-то поставить? Нет, ну ладно. Ладно, если что, у меня клинок есть на всякий случай, если что-то сломается. Я не пойму, куда мне сейчас надо, если честно. Обратно вернемся. Плюс у меня благословление дается, типа, чтоб меня не дамажил никто.
блин, так много тут всего, что-то непонятно. Так, ну скиллы я прокачал. А, все, я нашел карту. Мне вот сюда надо, где горит знак. Все, понял. Шучу, не понял. По-иностранному все пишут. Но я думаю, тут тоже русские есть просто. Не так легко их тут найти. Вот, не сюда мне куда-то надо. У-у-у. Ни хрена себе. Жалко, ничего не выпадает из крабов. Какой-нибудь лут, потому что было бы неплохо на самом деле. Я не знаю, куда я сейчас иду. Походу этот артефакт ледяной, он сам восстанавливается. Опа-на. Я чё, уровень сейчас поднял или чё? Нет. Показалось, походу. Честно, по этой карте хуй поймешь, куда идти. Вот, я отвечаю, вот, реально вот. Ух ты, смотрите, тут какие-то скелеты, лучники, как и я, ни хрена себе. Хорошо хоть, потому что я помню, какая-то игра была, я там за лучника играл, но там надо было покупать стрелы. По крайней мере, мне тут не надо ебать. Не, я походу пошел отсюда. У меня хилки есть, если чё. А, у меня хилка сразу не тратится. Я ее постепенно выпиваю, все понял. А, и плюс мой артефакт улучшается, походу, вот этот ледяной. Ну да, такая, то есть тут сразу, конечно, не разберешься. То есть мне вообще, мне судя по радару, надо вот сюда входить. А тут, что характерно, тут других проходов нету, то есть... О, тут... Тут портал какой-то есть. Сундук есть. Я понял. Что-то со мной горожане как-то не особо хотят говорить. Что-то я хуй знает, если честно. Сейчас я в чат даже напишу. How can I travel to Tidal Island? Вот как мне надо, потому что я английский ж знаю. Мне написали, типа, иди на побережье. Мне написали, типа, иди на побережье, вот, и ищи на побережье, хотя я только что отсюда пришел. Ну что ж, ладно. Мне, типа, сказали, вот сюда иди. Ну, тут в другое место не пойдешь никуда. Не знаю, сказали, ищи. Опа-на. Ни хрена себе, я из трупа сколько повыбивал всего. Зацените мой шлем. Это не шлем, а кастрюля, ебать. Чем-то мне Dark Souls напоминает. Вот персонаж мой лицом, вот этим сеттингом. Так, броню я нашел, такую же, как у меня сейчас. Палка какая-то, но это, видимо, для магов. Топор я нашел. Короче, ничего полезного. Шлем только.
Шлем мне 8 брони дает. Вот эта кастрюля на голове. Короче, мне... Ой-ой-ой-ой. Смотрите, Ганнибал, вон даже баба Ганнибал. Ну да, я так понимаю, мне подсказали, но не особо, то есть... То есть мне придется все-таки самому сказали, только на побережье вот сюда идти. Ну что ж, ну достаточно занимательно для первого раза. Опа-на. Мне, короче... Сейчас скажу. У меня, короче, досталось... Смотрите, ночь, походу, наступила. У меня... Я меньше видеть стал вокруг. Ну, меньше область. Я получил, короче, скролл в виздом какой-то. Только не пойму, как это использовать. Останки какие-то. Вот, ой-ой-ой, чуть-чуть не сфидел сейчас. Кстати. Опа-на, серебряная монета выпала. Я так понимаю... Черт, случайно игру растянул. Я так понимаю, тут периодически что-то выпадает, но редко. Ладно, короче, я понял. Надо искать, находить, короче, эту локацию. Для первого раза, наверное, будет достаточно. Вот напомню, эта игра была... Уже и сам забыл, как называется. Pass of Exile. Вот подписка, лайк, все дела.